Наступило у нас утро. Хочу вам его показать. Находимся сейчас на Мальте. Так, интересно, что у нас тут происходит. Вот это вот, видите, вот это Гавана написано. Вот, всю ночь тут гудели, вертели, орали, кричали, плясали, зажигали. Это самый центр. И там проходит вся ночная жизнь. Вот в этом, по этой улице. Такое вот утро. Несмотря на утро, все уже давно на пляже вон тусуются, я смотрю. В полном комплектике. Да. Все уже на пляже. Вот. Так, здесь у нас что, идут строительные работы, строятся новые отели, чтобы приезжали новые туристы. И все вот так вот круговоротом продолжалось заново. Такой вот мир, такое вот утро. Так, лежачок. Стульчики, вот это, кстати, надо будет их здесь вот чай надо будет попить. Здесь соседние балкончики, но на балконах никого нет, но здесь, видать, люди живут, потому что стоят эти более-менее так расставленные, и стоят стулья из номера, а не пластмассовые, которые. Такая вот жизнь, друзья. Такое утро на Мальте. Город, в котором сейчас находимся, называется Сан-Джулианс. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.